Всем привет, снова здравствуйте, и давайте рассматривать дальше The Brush. В принципе, тут еще много всего интересного будет. Пределов этой программы нету. И гляжу по видео, многих вас интересует, как делать панно. Уже 4 видео я делал, смотрю больше всего просмотров. Наверное, это все больше интересует для ЧПУ. Так что ЧПУшники, это походу для вас. А тем, кто любит конкретно сам лепить, это тоже для вас тема интересная. Опять же, самое интересное, все, что было раньше, я оставляю на потом. Когда вы более-менее изучите, как работает программа, что, где, когда, для чего это все нужно. И тогда вот уже после тех видео вам вот это видео точно пригодится. Ну что, погнали разбираться. Открываем план 3D. Кстати, можете работать с любым кубом, там, не знаю, с любой вот этой деталью. Ну, я давайте вам на план 3D покажу. Открываем все как обычно. Edit, Make Poly Mesh. Вот вы видите, я уже подготовился, установил картинку на Z. И вот такая картинка у меня стоит в текстурах. И вот теперь интересно, как вот можно сделать, да, вот эту копию. Те варианты, которые мы делали, это понятно, все. Но вот этот давайте рассмотрим, тоже прикольный. В принципе, он чем-то схож с теми, но чуть-чуть делается по-другому и более-менее, так сказать, может быть качественней. Так, отключим Shift-Z нашу картинку. Задний план вы уже помните, как вставлять. Так. Кто не помнит, повторюсь, это вот в Edit, пардон, в Drive. Открываете Front Back. И вот можете отключить ее. Можете включить два ракурса. Это вот мы по прошлым видео, как работать, посмотрите. Можете включить по другой оси и лепить и так далее. Также все это можно дело отключить. И будет у вас вот такая штука, и Z отключить. Все как обычно. Так, ну вернемся к нашему плану. Нажмем Poly F. Нажмем Make Poly Mesh. Вот так его подведем. И вот теперь дело в этих вот полигонах. Пока мы их не прибавляем, а заходим в The Plugin, находим UV Master и жмем Unwrap. Так, вот он уже прогнал. Теперь заходим в The Plugin и вот проверяем Flatten, нажмем просмотр. Вот так у нас получается. И потом, чтобы это дело убрать, Unflatten. Все это дело просмотрели, все нормально. Ну, теперь погнали добавлять полигоны. И как можно побольше давайте их добавим. Жмем Ctrl-D. Даже можно до миллиона их гнать. Вот миллион, все, больше он нам не даст. 1050 000. И теперь простенько заходим в текстуры Map. Для чего мы делали развертку вот эту? Чтобы можно было вставить вот эту картинку. Ее можно загрузить там, где она у вас находится. Вот, допустим, она. Мы ее открываем второй раз. И вот мы ее вставили. Все вот у нас установлено. Вот мы можем ее вот так вот делать. Убирать. Вот вы видите, будет только женщина делаться. И можем делать ее вот полностью с затемненным вот этим задом. Так, погнали теперь опять в маски. Найдем маскинг.
Вот у нас есть. Открываем Mask B Color. Жмем Mask B Intensive, как по прошлым видео. Так, ну, в принципе, я другой вариант еще тут рассматривал. Но этот более-менее самый подходящий. Ну и теперь, как всегда, в саптулы. Вот отключаем, у кого включена вот эта вот кисточка. И теперь давайте в деформацию зайдем. Зайдем в деформацию. И офсет тут и стоит. Опять же, по прошлым видео ставим по всем осям. И вот вы можете прибавлять, можете уводить. Наглеть не будем, чуть-чуть прибавим. Вот где-то так. Смотрим сбоку. Толщина нормальная. Ну и теперь можно инфлатеном поработать. Чуть-чуть вот так вот прибавить. И теперь давайте отключим вот эту вот текстуру. Она уже маской не снимается, как в прошлом видео. И посмотрим, что у нас тут получилось. Так, текстуры map. New texturing. И вот такая у нас получается картинка. По сравнению с прошлым вариантом, получилось бы грубовато. В восьмерке, конечно, это все будет еще лучше, но я работаю с семеркой. В восьмерке все то же самое, экспериментируйте. И теперь давайте рассмотрим еще один вариант. Это если вы уже, ну так сказать, решили заморочиться и сделать полностью, вот, чтобы вы, ну типа ваша работа, ну, используя картинку, да? Так, давайте все это дело уберем и включим опять. Раз она вот так вот вставляется, то ее можно просто отзеркалить, сделать вот эту вот картинку наоборот зеркально, и она вставится как надо. Это как вариант. Так. Ну, теперь вот стоит у нас картинка. Вот так вот. И вот вы захотели, допустим, сами полепить, вылепить ее полностью. Так, смотрим. Вот так все это дело работает. Уменьшаете интенсив, вот этот draw size можете побольше или поменьше. И давайте просто набросаем вот волос. Чуть-чуть побольше поставим. И вот так вот делаем наметку. Все это уже понятно. До конца показывать опять же не буду. Тренируйтесь самостоятельно. Вот так вот. С кораблем, конечно, у вас будет посложнее, но в принципе можно тоже сделать. И как будто будет вдаль он уходить. Вот это все можно выдавить вперед, назад, подать. Но это вы тоже по прошлым видео уже объяснять не буду. Процесс долгий, но интересный. Так, ну что, теперь отключим картинку. И вот наметка волос у нас получилась. Вот можете вы ее качественнее, конечно, делать, набрасывать здесь лицо. И эта работа уже будет ваша. Или хотя бы брать определенные черты и переделывать, делать свою модель. Вот так вот. Вот, допустим, вам нужна голова, вот это, и вот это тело.
руку вы будете, допустим, делать по-другому, корабль вам не нужен, и вот этот волос бросите как-то сюда по-другому, здесь чем-то оформите. И вот такой вариант есть самому изменить, но используя уже картинку. Ну, как мог, так и объяснил, если что не так, не обижайтесь. Ну, вот такая интересная штука. Все, всем пока, до свидания.